Ну, я считаю, что буду немножко старомодна. Как всегда в арсенале любой девушки должно быть классическое маленькое черное платье, которое будет всегда выигрышным в любой ситуации, если нужно экстренно. Да, это красные губы, это черные стрелки, ухоженное лицо, приятно собранные волосы и черное платье, шпильки, не знаю, или маленький каблучок. Вы всегда будете элегантны и выразительны. Но сейчас, на самом деле, очень сложно выделиться. Очень много всего, масса дизайнеров, море макияжа. И предлагают нам сейчас очень много причесок и всего. И мне кажется, прежде всего, какой-то креатив, найти себя, не бояться экспериментировать с волосами, даже с своими руками очень много можно смастерить причесок, использовать какие-то яркие оттенки в одежде, выигрышный очень цвет красный, может быть, ярко-малиновый, розовый тона. Не бояться этого всего. Сейчас в моде баклажановый цвет, фиолетовый, лиловый, лавандовый цвет, тиффани. Чтобы как-то подчеркнуть свою красоту, тут еще зависит от типажа. Блондинкам одни вещи идут, брюнеткам другие вещи. То есть блондинкам очень эффектно всегда в темных оттенках, а брюнеткам наоборот. То есть белые цвета наиболее выигрышные. Если вы брюнетка и вы хотите выглядеть роскошно и выделиться, то выделиться из толпы, то однозначно это либо красный оттенок, либо это белый кипельный цвет, что-то такое вот, оно сразу вас как-то подчеркнет, вашу индивидуальность. Это какие-то красивые, всегда в моде красивые волосы, уложенные, распущенные, они длинные, шикарные волосы, они всегда в моде. Но если вас природа не наградила таким богатством, то всегда можно эту проблему обыграть с помощью причесок, укладок, накладок, аксессуаров для волос. Сейчас очень модные шляпки, и шапки, и всякие подколки, заколки, ободки. Я думаю, что нужно быть в тренде, увлекаться этим, экспериментировать и не бояться.